Yellow Jacket. Сегодня на рынке можно найти богатое разнообразие чехлов для айфона, но этот точно единственный в своем роде. Он, конечно, здорово прибавит веса вашему любимому смартфону, но и функциями обладает нешуточными. Во-первых, он отлично защищает сам телефон. Во-вторых, выполняя роль аккумулятора, чехол подарит телефону около 20 часов дополнительной работы. Ну и, наконец, в-третьих, он превращает ваш драгоценный девайс в отличное средство самообороны благодаря встроенному электрошокеру. По словам разработчиков, при нападении на вас преступника, гаджет лучше направлять на область его торса, грудную клетку, шею или лицо. Заряд длительностью 1-2 секунды вызовет в теле противника острую, но переносимую боль. Если же использовать электрошокер до 5 секунд, то нападающий может даже на какое-то время потерять сознание. На данный момент на сайте компании можно найти чехлы разных цветов по сниженной цене в $79.99. Правда, обладателям новых моделей айфонов придется подождать. Для них гаджеты еще не выпустили. Taser Pulse Plus. Пока в США идут горячие дискуссии о свободном ношении оружия, американская компания Axon активно продвигает на рынке свой инновационный пистолет-электрошокер Taser. Этот вид оружия уже давно используется в штатах полиции, однако на рынке существуют и его гражданские модификации. Вот, например, последняя модель девайса под названием Taser Pulse Plus. Главное ее отличие от предыдущих версий – это синхронизация с мобильным устройством, которое немедленно отправляет службе 911 маячок с вашей геолокацией при нажатии на курок. Но на этом, конечно, достоинства гаджета не заканчиваются. Он весит чуть больше 200 грамм и легко помещается в сумку или даже карман. Один его выстрел полностью обездвиживает противника на 30 секунд, если он производится с расстояния не более 4,5 метров. А чтобы пользователю было легче целиться в противника, электрошокер обладает специальной технологией лазерного наведения. Работает девайс на литиевых батареях типа CR123. В общем, девайс, последнюю модель которого можно приобрести за $450, станет отличным гарантом вашей безопасности. Стоит, однако, учитывать, что ношение таких устройств гражданскими лицами разрешено далеко не во всех странах. InstaFire. Перцовым баллончиком сегодня вроде бы уже никого не удивишь, но американская компания GuardDuck Security придумала кое-что новое. Этот самый быстрый в своей нише девайс был придуман специально для бегунов и людей, ведущих активный образ жизни. Высота баллончика меньше 9 сантиметров, что легко позволяет ему помещаться в вашей руке с помощью специальной фиксирующей перчатки. Для того, чтобы привести устройство в действие, нужно лишь нажать на крышку большим пальцем, который уже находится в необходимом положении благодаря перчатке. Внутри находится высококачественный 18% перцовый спрей. Зона действия баллончика – от 3 до 4,5 метров. Баллончики доступны в черном, синем, розовом и красном цветах по весьма демократичной цене – от 20 до 25 долларов. SCHF-50FT Handle. Лезвие этого удобного девайса для самообороны достигает в длину всего лишь 3 см. Но не стоит его недооценивать. Высокоуглеродистая хромированная нержавеющая сталь, из которой изготовлен этот пуш-дегер, отлично справляется со своими задачами. Благодаря уникальной Т-образной рукоятке, оружие легко зажать в кулаке, используя выходящие между пальцев лезвия для самообороны. Строение и материал рукоятки не позволят лезвию выскользнуть даже из мокрых от дождя или пота рук. Миниатюрный размер ножа и скромный вес в 27 грамм позволяют носить его с собой в качестве брелока или аксессуара на шее. Приобрести такое средство самозащиты можно за $15. Zorix.
Оставленный в ненадежном месте заряженный пистолет может разрушить не одну жизнь. По статистике, только в США более сотни детей ежегодно страдают из-за неосторожного контакта с огнестрельным оружием. Для предотвращения таких трагедий израильский стартап Zor придумал специальный умный замок для пистолетов. Его устройство завязано на работе специального приложения для смартфона. Чтобы разблокировать оружие, потребуется ввести код доступа. Кроме того, приложение постоянно фиксирует местоположение пистолета и оповестит вас в случае, если его попытаются привести в действие. Естественно, возникает вопрос, как действовать, если в экстренной ситуации у вас нет времени и возможности вводить код на телефоне. Для этого разработчики предоставили возможность ввода пин-кода на самом замке. По их словам, весь процесс занимает не больше пары секунд, и с помощью приложения можно потренироваться делать это максимально быстро, даже в темноте. На официальном сайте производителя этот продукт можно найти по цене в $1000. ZAP. Еще один вид электрошокера, удобного в применении. Это компактное устройство в форме кастета, которое легко удерживать в руке. Мощность удара составляет 950 кВт, а питается девайс от двух литий-ионных батареек, которые прослужат владельцу до 2 лет. Для активации устройства нужно лишь воспользоваться переключателем сбоку, пока на нем не загорится красный огонек. А для непосредственной защиты нужно нажать на небольшую черную кнопку. Приобрести такой электрошокер можно за $45. В комплекте идут две батарейки, кейс и само устройство, доступные в черном и розовом цветах. Tiger Lady. Увы, в современном мире женщинам чаще приходится попадать в ситуации, в которых необходимы навыки или устройства для самообороны. Вот один из наиболее впечатляющих девайсов для таких целей, выполненный в форме кастета с искусственными когтями. Он весит меньше 100 грамм и легко помещается в карман или сумку. Однако производители настойчиво рекомендуют использовать его во время прогулок и пробежек, сжимая в кулаке. Это предоставит не только быстрый доступ к девайсу в случае экстренной ситуации, но и поможет организму при двигательной активности. Специалисты давно заметили, что сжатие какого-то предмета в руке во время бега снижает нагрузку на руки и плечи. Кстати, специальные каналы в когтях сконструированы с той целью, чтобы сохранить на себе клетки ДНК преступника. Поэтому для того, чтобы в будущем установить его личность, владельцу девайса даже не обязательно видеть лицо агрессора. Стоит такое средство самообороны всего $35. Z-Defender. Разработчики этого гаджета уверяют, что он является первой в мире умной системой самообороны. Во-первых, он, конечно же, синхронизируется с вашим смартфоном. Во-вторых, обладает встроенным перцовым баллончиком. В-третьих, при распылении поражающего вещества девайс делает фото агрессора, тут же отсылая его службам безопасности, как и вашу геолокацию, сигналом о том, что вы попали в беду. И, наконец, небольшие, но мощные динамики, встроенные в нижнюю часть устройства, запускают сирену, которая привлечет внимание окружающих. Помощь в случае использования Z-Defender прибывает на место происшествия в любое время суток. Она может быть также и медицинского типа в случае, если с вашим здоровьем что-то случилось. Для этого есть специальная кнопка. К сожалению, пока гаджет не поступил в продажу. Однако на официальном сайте на него можно оформить предзаказ. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Brain Time. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных. Шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете!